Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет 1 ноября в 11 часов по местному времени во всех субъектах России и за рубежом. Проведение акции приурочено ко Дню народного единства. В Березовском районе этнографический диктант традиционно проходит на базе Игримского политехнического колледжа. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России и в Югре в частности. Игримские организаторы приглашают всех желающих, независимо от возраста и уровня образования, проверить свои знания и присоединиться к сотням тысяч участников во всем мире.